Так, наши с Мирычем покупки. 7-Up у Дамирчика, как всегда. У меня на сей раз вот такое Амстел, пиво безалкогольное, лайт с грейпфрутом и с апельсином. Да, оранж и грейпфрут джус. И короче, здесь у нас пурина фриски с индейкой и с лососем. Здесь у нас караван орехов, это Дамиру соленый арахис, а это мне гренки бородинские со вкусом томата и свежего хлеба собственной пекарни. Так, мои стики фит, и здесь у нас вот такой кот супергерой. Вот такой вот он. Привет. Так, вот такой вот мальчика. Зоя, моя Зоя, что ты расстроился? Мы такую кошечку видели. Тамир говорит, вот бы эту кошечку домой. Я говорю, ну ты же понимаешь, что кошечка, говорю, во-первых, она может быть чья-то. И хозяева будут очень расстроены, если их кошечка пропадет, да? Я не одобряю самовыкул, и вы это прекрасно знаете, кто меня смотрит давно. Ну, во всяком случае, это знает Дамир, вот. Кошечка может быть чья-то, но даже если кошечка ничейная, скорее всего, кошечки блохи и глисты. Ее нужно глистогонить, ее нужно помыть хорошенько шампунем от блох, от клещей обработать. И только потом она может контактировать с нашим котом. Помимо этого, у нас кот не кастрированный. Для того, чтобы они нормально поладили, нам нужно будет стерилизовать кошку, а кота кастрировать. И тогда они будут спокойненько дружить. Иначе они наделают нам котят дома и... Ну, такое. Вот. Буси, 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 гуси. Какой котик, какой котик. Честно, почему, кстати, я не кастрировала кота? Много кто спрашивает. Ну, во-первых, по классике. Люди себе ничего не отрезают, если не пользуются этим местечком. Вот. Почему котам можно? Во-вторых, кто мы такие, чтобы решать, что отрезать коту, а что не отрезать? Вот. Как бы следующий момент. Следующий момент. Я все сделаю, если будет такова необходимость, если будет какая-то угроза, опухоль, еще что-то. Если ветеринар настоит, я, конечно же, сделаю ему подобную операцию. Следующий момент. Переживаю, а вдруг не выдержит наркоз. Хотя я знаю, что эту операцию делают каждый божий день ветеринары, одну за одной. Все равно мне очково, потому что только ты чужие, а это свой родной. Вот. И следующий момент. Я все ждала, когда же появится эта надобность. Когда же кот будет ссать и срать по углам, драть активно с истошными криками всю мебель на свете, орать по ночам зазывные песни в окно, когда он будет пытаться сбежать активно. Но этого всего так и не случилось в такой вот активной фазе, чтобы я... И поэтому я вот думаю, как это вообще проявляется? Что вот люди понимают, что ну надо, ну невыносимо уже, пора. Кто-то не выдерживает, не еле-еле до 6 месяцев дотерпливают, некоторые в 4 ведут. Вот как у них животные, интересно, себя так ведут, что они их ведут на операцию? Я правда не пойму. Ну вот что, что они делают такого, что их тащат на кастрацию? Вот что именно происходит? Вот мне подруга говорит, а он у тебя уже делает так, 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 так. Я говорю, да нет. Я не знаю, ну правда, я не знаю, что они должны делать. Ребят, если можете, напишите в комментариях, по какой причине нужно кастрировать кота. Физиология и все остальное я понимаю. Ну вот чем? Что именно? Вот может он вещи метит, может выкидывает все из шкафа и ссыт в носки. Я не знаю, ну вот что у вас сделали коты, что вот вы поняли, что ну невозможно, уже повели и прям вздохнули с облегчением, когда кота кастрировали. Потому что тоже вот метки, это чисто территориальное. Да, это самое. И как бы кот территориальное животное, ему все равно нужно помечать свою территорию. С кастрацией это абсолютно никак не связано. Даже такой момент. Ладно, если кто слышит меня, видит меня, смотрит меня и может, напишите мне в комментариях или в директе Инстаграма. Ссылка в описании канала. Я буду очень благодарна. Целую, люблю, бывает. До новых встреч, до новых видео. Па-па. Ну а также надо бранить.